Транспортники в Удмуртии хотят установить стоимость проезда за наличные выше, чем при оплате картой. Этот вопрос нужно решить на уровне регионального тарифного регулятора. Подобные меры стимулируют развитие безналичной оплаты. Рекуператор по обращению с бытовыми отходами в Удмуртии определился с компаниями, которые будут заниматься вывозом мусора на полигоны. К своей работе 4 перевозчика приступят с 1 января. Теневую торговлю в республике оценили в 30 миллиардов рублей. Глава Удмуртии Александр Бричалов высказал обеспокоенность тем, что эти суммы не облагаются налогом. В парке культуры и отдыха имени Горького в Ижевске школьника насмерть задавило фонтаном. Подросток с друзьями гулял в летнем саду, когда ему на голову упала часть конструкции. Полученная травма оказалась смертельной. Грядущие выходные в Удмуртии будут дождливыми. Потепление в республике начнется уже в четверг. К воскресенью температура воздуха составит от 0 до +5 градусов по Цельсию.